Дежавю на президентских выборах в США все более вероятно. Пока что кандидаты обмениваются колкостями. А на Ближнем Востоке все активнее разгораются страсти вокруг еще одного очага конфликта, кроме сектора Газа. Лаура Нурлан расскажет подробности. США и Великобритания на неделе вновь ударили по объектам хуситов в Йемене, уничтожили 5 беспилотников. Всего за время кампании, по данным американских военных, было совершено более 230 атак. Однако на этот раз впервые пострадали гражданские здания, жилые дома и завод по производству пестицидов. Это полностью гражданская территория, которая не имеет ничего общего с военными. Завод понес огромные убытки. Повреждено очень дорогое оборудование. Это был намеренный удар. Они хотят обанкротить Йемен. В понедельник к миссии Евросоюза в Красном море присоединилась Греция. Их коммерческое судоходство тоже пострадало от деятельности хуситов. Корабли перестали заходить в греческий порт. Это исключительно важная миссия. Вы отправляетесь в опасную зону, потому что этого требуют наши национальные интересы, а не для защиты чего-либо еще. На неделе хуситы перерезали 4 подводных кабеля, вызвав серьезный перебой со связью между Европой и Азией. В столице Йемена продолжаются марши солидарности с Палестиной. Пока мужчины поднимают оружие, женщины рисуют картины в поддержку жителей Газы. Мы хотим сказать всему миру, что Йемен солидарен с палестинцами. Мы не принимаем того, что там происходит. В Катаре представители Израиля и Хамас обсуждают возможность перемирия на время Рамадана. Сделка включает обмен заложниками, вывод войск из густонаселенных районов Газы и пропуск в сектор 500 грузовиков с гуманитарной помощью каждый день. Президент США Джо Байден анонсировал, что сделка может быть заключена уже к понедельнику. Любая гибкость, которую мы проявляем на переговорах, направлена на то, чтобы защитить наш народ и положить конец его страданиям. Но в то же время мы готовы продолжать защищать его. Гуманитарная ситуация в Газе уже давно описывается не иначе, как катастрофическая. Четверть жителей, цитата, находится в шаге от голода. Условия в нашем приюте ужасные. Из-за грязной воды моя дочь заразилась гепатитом. Даже мука, которую мы купили, это измельченный корм для животных. Мы не знаем, что есть. В пятницу израильские военные обстреляли палестинцев, ожидавших гуманитарную помощь. Более 100 человек погибли, около 300 получили ранения. В Тель-Авиве проходят многотысячные акции протеста против политики премьера Нетаньяху в Газе. Люди требуют немедленного освобождения заложников. Все надежды жителей Газы, где, по данным местных властей, с октября погибли более 30 тысяч человек, на скорое перемирие и возможность наладить быт, получить продовольствие и необходимую медицинскую помощь. Трамп победил. Снова. Он выиграл 5 внутрипартийных выборов подряд, оставив позади своего последнего конкурента. Ники Хейли, проигравшая в родной Южной Каролине, где в свое время губернаторствовала 6 лет, уступила и Мичиган. У нас прекрасные друзья. Мы соберемся вместе 5 ноября, в день выборов, посмотрим в глаза Джо Байдену и скажем ему: «Джо, ты уволен. На выход». Тем не менее, Хейли обещает не сходить с дистанции, по крайней мере, до так называемого супервторника 5 марта, когда голосование пройдет сразу в 15 штатах. 60% американцев считают, что Дональд Трамп и Джо Байден слишком стары, чтобы баллотироваться на пост президента. Действительно ли мы хотим, чтобы страна погрузилась в хаос, а двум нашим кандидатам было за 80? Предвыборную кампанию 2024 называют самой дорогой в истории США и рекордной по возрасту главных кандидатов. В среду Джо Байден появился в вечернем ТВ-шоу, и первый вопрос о возрасте. Вам 81 год. Кто, черт возьми, вам сказал об этом? Это засекреченная информация. Но шутки в сторону. Согласно последним опросам, американцев беспокоит этот вопрос. Ну, во-первых, посмотрите на другого парня. Он не намного младше меня и не может запомнить имя своей жены.
На неделе Байден прошел ежегодный профилактический осмотр. Ничего серьезнее небольших проблем с пищеварением и артрита у него не нашли. Тесты на проверку умственных способностей не проводили. Несмотря на то, что Трамп не раз высказывал сомнения по поводу уровня IQ нынешнего главы Белого дома. Президенту не нужен когнитивный тест. Это не моя оценка. Это оценка врача-президента и невролога. Он проходит такие тесты каждый день в своей работе. Потенциального оппонента Байдена Дональда Трампа 25 марта ждет процесс о выплате более 100 тысяч долларов бывшей порноактрисе, оформленных как юридические расходы. Это одно из 4 уголовных дел, заведенных на экс-президента. Несмотря на это, Трамп уверен, он лучшая альтернатива действующему главе государства. Он всегда делает так. А потом начинает идти. А потом секретная служба. Эти умные, интеллигентные люди с гораздо более высоким IQ, чем был у него в 45. Знаете, всегда паршиво, когда секретная служба умнее президента. Так вот, эти ребята поднимаются, хватают его и уводят со сцены. Трамп еще не президент, но его аудиенции уже ждут многие высокопоставленные лица. Недавно избранный глава Аргентины, прозванный в СМИ «мини-Трампом», за кулисами зала, где проходит мероприятие с участием политиков, говорит, что считает Дональда величайшим президентом и желает ему победы. Внутрипартийные выборы демократов проходят так, как прогнозировали эксперты. С большим отрывом лидирует действующий президент. Шансы, что Америку ждет реванш Байден-Трамп, высоки, как никогда. Лаура Нурлан, Олжас Жаназбаев, программа «Аналитика».